Здравствуйте, меня зовут Зундыл Амал, вы смотрите гороскоп Зухай на ТВ. Сегодня среда, 9 июня, 29 день по лунному календарю. Благоприятный день для людей, которые родились в год мыши, собаки, свиньи, тигра и кролика. В этот день благоприятно начинать учение, переезжать на новое место, благоприятно спрашивать должников. Успешный день для того, чтобы разобраться с врагом. Молодоженам в этот день лучше воздержаться от празднования свадьбы. Сегодня неблагоприятно похоронные и поминальные ритуалы. Не стоит надевать новую одежду и украшения, отправляться в дорогу к достатку, встречи с высокопоставленным человеком. Стрижка волос к несчастью. Помните, живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общавшись с тобой, стали чуточку счастливее. Абсолютно безопасные, стоит меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.